Всем-всем привет! Мы продолжаем экспедиции и играть в нашу любимую рыбалочку, но сегодня будет кое-что необычное. Устраивайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетит или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки в описании под видео. В телеграм-канале мне очень важно ваше мнение по поводу новых игр и стримов. Какие игры мы там будем играть? Ну, мы сегодня на реке Миссисипи. Почему мы здесь? А по той причине, что мы будем ловить одну рыбку интересную, чтобы пройти медальку. Тут медалька идет 350 подряд зачетных рыб. Но у меня, к сожалению, вот так вот сделаем. А у тебя тут что? Ничего. Не хватает деликатеса рыбного, чтобы 350-241. Нам нужно тогда 110, но рыб поймать. Зачетных. А рыбный деликатес мы тогда отправим ловить и закрыть реку Нил, которую никак мы не можем. Кстати, мы какую-то рыбку с вами поймали. Одну рыбку, три рыбки зачетных поймать. Собственно, это дело будущее. Давайте мы попробуем все-таки, как мне подсказали из чата, что именно так можно это задание пройти. Ну что, погнали! Погнали вперед, друзья. Будем надеяться, что нам фартанет. Вау!
Thank you.
Thank you.
Mm.
Ну что, друзья, наверное, на сегодня все. Сколько мы выловили за игровые сутки? Давайте посмотрим. Блин, мушка. Брысь. Мы выловили с вами больше сотни рыб. 137 зачетных видов рыб. Обалдеть. Вот вам и лайфхак, как 350 подряд зачетных рыб выловить. Все, я теперь ставлю рыбный деликатес, и в следующей серии мы пойдем долавливать и допроходить экспедицию. Но уже замучившись меня, замучила просто на меня река Нил с этой лакустриколой. Или что, как она там правильно? Да, лакустрикола. Ну, это уже будет в следующей серии. А на сегодня все. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.